Всем привет! Это крем-краски. И с их помощью вы можете заменить половину, а если не больше, вашего кейса. Ну вот, например, можно сделать тональный крем. Любой оттенок. Вот я тут уже себе делала. Я смешала первичные цвета. Дальше добавила немного белого, чтобы разбавить. И получила свой оттенок тонального крема. Текстура довольно плотная, что хорошо, в принципе, на съемке. И если, например, кожа требует довольно плотного перекрытия. Тут я уже смешивала себе корректор с куловой. Вот. Оттенок коричневого цвета, оттенок коричневого здесь по температуре скорее холодный. Поэтому, если вам нужно сделать его потеплее, вы добавляете либо желтый, либо оранжевый, либо синий, если сделать его еще холоднее хочется. Ну и разбавить можно его белым, либо черным, вернее, сделать его либо более насыщенным, либо менее насыщенным. Так, дальше здесь есть два сияющих оттенка: золото и серебро. Сейчас вам покажу. Вот такие они. Вот. Также их можно смешивать между собой, вмешивать в другие оттенки, создавая свой хайлайтер, свой оттенок, ну, либо уже использовать в каких-то декоративных целях. В целом, их можно использовать как подложку под тени. В таком случае макияж будет очень стойкий. Да и, в принципе, макияж будет очень стойкий, потому что текстура после фиксации сухим продуктом буквально не двигается никуда. Устойчива к воде. То есть прям аквасъемки запросто. Так. Ага, подложки под тени, подводки. Можно даже ресницы накрасить, если очень хочется. Но главное сверху припудрить. В целом, как я и говорила, можно иметь эту палитру и заменить половину кейса. Но главное захватить с собой пудру, либо какой-то набор теней, которые вам нравятся, потому что кремовая текстура довольно подвижная, ее нужно зафиксировать. Но опять же, после фиксации она становится буквально железобетонной. Вот такой вот классный продукт. Объем здесь очень большой, хватит на очень долго. Расход экономичный ввиду того, что пигментация очень высокая. Даже вам покажу сейчас. Вот, например. Набрала немножко. Ну, видите. Собственно... Вот. Собственно, для артов прям вообще находка. Ну и для клиентского макияжа тоже вполне себе.